удавили мы не первый раз. Я с мужем приезжала 3 раза, а вот Варя первый раз. С Варей мы приехали по причине того, что у нее проблемы со спиной. Мы увидели, что у нее немножечко как бы вправо спина уходит, как искривление. И лопатка вытирается. Не думали, что это настолько все серьезно. Почему? Потому что Валя занимается теннисом достаточно уже, можно сказать, профессионально. Летом были очень большие нагрузки, много турниров, тренировки каждодневные по 4-5 часов. Вот, и мы немножечко думали, что это вот как бы она перенапряглась и немножечко как бы спинку повело. Вот. Но понимали, что уже надо уже как бы тянуть дальше некуда, потому что тут либо заниматься, либо спину ремонтировать, а с такой спиной она и играть нормально не может. Вот, и приехали сюда, и получилось, что мы думали, что там немножечко у нее какой-то перекосик, а там достаточно серьезное уже пошло искривление. Позвоночник – основа нашего тела. А с точки зрения восточной медицины, внутри позвоночника проходит главный энергетический канал, который влияет не только на физическое здоровье, но и на психоэмоциональное состояние человека. Ну, проблема у меня давно. У меня проблема с позвоночником, шейный отдел, грудной отдел и межпозвоночная крыша. Вот, эта проблема у меня уже больше 10 лет и разными методами лечилась. Ну и вот решили попробовать в кундалини. С точки зрения имиджа медицины, болезни позвоночника часто связаны с тем, что снижена энергия в мочевом пузыре и в каналах мочевого пузыря. И если снижается уровень энергии и энергия плохо циркулирует в каналах мочевого пузыря, это влияет на состояние мышц вокруг позвоночника, связочного аппарата. И это первопричина, на основе которой уже потом развиваются изменения в физической структуре. Вот этот подход используется в уникальной методике, которую разработал профессор Сюэминтан. Эта методика позволяет лечить многие проблемы позвоночника, в том числе грыжи в разных отделах позвоночника. Необычное ощущение первое я почувствовала у мастера, когда он, ну вот, живот на живот, руку кладет, да, что-то там делает. Потом, ну, что-то там манипуляции, потом он останавливается, рука его останавливается, и как будто бы по телу проходит какая-то вот как электрическая волна вот, на животе, вниз туда к ногам, вверх к голове, вот как расходится волной вот это вот. Что это такое, трудно объяснить. Но вот, вот этот эффект очень интересный был. Я мастеру сказала, он говорит, ну это энергия, пошла энергия. Вот, а потом еще, опять же, у мастера был эффект, что я не помню, какая была манипуляция, но у меня в левую пятку пошел кипяток. То есть, ну вот, как будто бы какой-то горячий поток. Основное лечение – это методы имидж-медицины. Кроме того, мы подключаем некоторые методы из традиционной китайской медицины, массаж, лечебную физкультуру и упражнения из Джун Юань Цугун. Мы обращались вот там в Москве, пошли как бы так называемый мануальный терапевт, и он в принципе, он спинку правил там чуть-чуть, как бы такие массажики, он просто расслаблял мышцы. Она не болела, как бы снимались болевые какие-то симптомы, и лопатка вроде так не торчала, но стоило чуть-чуть позаниматься, это все опять как бы возвращалось. Да. Скажем так, он немножечко корректировал, но проблемы, снимал, да, снимал напряжение мышц, как бы, но вот эти, не но проблема, она не уходила. Делала раз в 3 года обкалывания гомеопатические вдоль позвоночника, по точкам, в Москве были, в больнице делала. Но головные боли очень часто были. Здесь вот 2 недели я, и этого нет, к счастью моему. То есть это вот явный эффект. Уже в течение многих лет мы применяем эту методику.
методику, результаты очень хорошие. Многие люди, которым грозила операция, удалось обойтись без операции и восстановились полностью. Ну, сейчас я чувствую себя довольно-таки прилично по сравнению с тем, как до того, как я приехала сюда. Да, улучшения есть, и помимо того, что как бы визуально вообще как бы уже не видно, практически как бы спинка ровно. По результатам снимок, который мы сделали в начале, и вот снимок, который сделали вчера, уже, конечно, разница большая, уже нет такого большого на позвоночнике знака вопроса, потому что позвоночник был немножечко как вопросительный знак. Сейчас я почувствовала значительное облегчение, потому что поскольку шейный отдел и грыжи шейного отдела, у меня головные боли за затылочной части постоянно были. Вот. И здесь вот уже, наверное, после третьего или четвертого сеанса у меня эта боль вообще, я не чувствую. Более голова меня отпустила. Метод очень простой. В среднем где-то курс продолжается в течение 2 недель. Если какая-то более серьезная проблема, то иногда нужно 3-4 недели. Мы здесь обучаем пациента, как потом еще после проведенного здесь курса лечения, как дома продолжается самовосстановление. Результаты очень хорошие. Хорошие врачи, все добрые, все улыбчивые, столовая вкусная.